мы встречаем молодую, красивую девушку, которая сейчас споет о главном. Девушка должна верить в мужчину и каким-то образом подсказать ему, что она уже в него влюбилась. Потому что он просто может не знать. Он может тоже любить девушку, но не знать. Поэтому подсказывайте своим мужчинам. Говорите на любом языке «I love you», «Я люблю тебя», «I love you», «Люблю я тебя», «Да люблю, люблю я тебя». Или просто мимо проходите «Люблю». Он тут... Девчонка идет мимо, парень, о, только сейчас придумал. А идет такая, да, «Люблю». Он останавливается, он же все. Вы знаете, почему у павлина хвост вот такой? Он когда свою самку видит, она же серенькая, он приходит, раз хвост, она такая, раз глаза, а павлин уже сзади ее. То же самое может делать девчонка, идет и просто «люблю». И мужик в недоумении, вот об этом поет Майя Подольская, сборная Союза. Встречаем! Спасибо, Подольская. Спасибо, Володя. Всем благо.
Здравствуйте. Днем флага. Майя сегодня одета во флаг у нас российский. Это говорит о многом.